портал, давай. Раз, два, три. Три. Куда это я упал? Слушай, мы попали в перевернутый мир из ТНТ, из динамита. Нубик, зачем ты поджег динамит? Так, надо проверить, как там мои алмазики в сундучке. Ой, так. Да кто это там опять бубнит? Ой, как... О! Ты чё, придурок? Опять ты? Пошёл вон отсюда. А можно я тебе в домик зайду? Привет. Ты чё делаешь с моим... Где мои алмазы? Ты чё, куда... Блин, какие алмазы? У меня ничего нет. Слушай, я у тебя посплю здесь это. В смысле? А как поспать, ребят? Фрэш, почему я не могу лечь, Фрэш? Господи, я тебе объяснять ничего не буду. Все, ты меня уже просто достал. Ребят, напишите опять... в комментариях. Кстати, Фрэш, напишите уже ему, как поспать. Ну серьезно, ну надоел уже. Хочешь кое-что скажу? Что? Я видел там еще одно здание, домик, как у тебя. Как у меня? Вон, пойдем, покажу, иди за мной. Пойдем. Так, о, ничего себе! Да, смотри. О, откуда это появилось здесь? Какая-то необычная фигня. Какие-то. Ой. Подожди-ка. Это стой-ка! Опять портал? Что-то тут только ТНТ стоит? Блин. Слушай, это, наверное, может быть какой-нибудь портал в ТНТ? Может, мы взорвемся, когда туда попадем? Нет, слушай, да что ты делаешь? Давай, давай тут... Да придурок! Нет, все, знаешь что? Я второй раз еще с тобой в портал этот прыгать я не вынесу. Нет. Почему? Мы же с тобой тогда классно попутешествовали. Нет, все, мне не, я не хочу с тобой путешествовать. Это невозможно. Ну, Фрэш, с тобой очень сложно. Ты нуб, ты просто нуб. С тобой не, просто не о чем с тобой разговаривать. И путешествовать с тобой тоже невозможно. А что ты хочешь за то, чтобы я пошел с тобой? Знаешь, я, может быть, пошел бы с тобой, но только за 2000 лайков. 2000? Потому что, да, как раньше... Ребят, давайте 2000 лайков наберем, и я пойду путешествовать опять с Фрэшем туда. Ну, ребят, если вы хотите, чтобы мы с Нубиком сейчас отправились в мир динамита, то ставьте 2000 лайков, да? Да. Ну, как думаешь, поставили? Да, да, я думаю, поставили. А мне кажется, давай еще не все поставили. Слушай, ну... Все, ладно, все, хорошо. Все поставили, все, точно. Хорошо. Тогда давай на счет 3. Какой-то раз. В портал, давай. Раз, два, три. Три. Куда это я упал? Слышь, Фрэш, ты где вообще? Мир. Опять перевернутый мир, серьезно, блин, ребят. Мы опять... А ты где? А, вот, опять Фрэш, вот мы я. Попали в портал. Блин, чё ж нам так везет? Раньше же никогда не попадали в них, а сейчас уже почти два раза, понимаешь, два раза подряд попадаем просто в перевернутый мир, это ненормально. Смотри, Фрэш. Чего? А что это за блоки красные? Ой. Нет, 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 Нубик, ничего не трогай, ой. Не трогай их, поставь обратно. Это же мир из динамита, ты не понимаешь, что ли? Мир из ТНТ, уйди. А что это за грязь? Это гравий. А это, видимо, домик какого-то Нубика в этом мире, слышишь? Блин, видимо, такого же Нубика, как тебя, блин, я не знаю уже, серьезно. А там, смотри, дом как у Про. Да слушай... Подожди, где дом? Вон дом, как у Про. А, домик, кстати, тут есть. Пойдем да. посмотрим в твой домик. Нет, знаешь что, ты не пойдешь со мной в мой домик. Блин, да давай-ка вначале я тебе продемонстрирую технику безопасности, покажу. Давай. Вот смотри, у меня случайно, вот я еще оставил зажигалку у себя в инвентаре. Вот ее здесь использовать вовсе нельзя, ты это понимаешь? Ага, конечно. Давай ее сюда. В смысле, давай ее сюда, ты что хочешь сделать? Ну я просто ее поношу, что, тебе жалко, что ли? Я не доверяю тебе зажигалку в мире из динамита. Ну дай фишку, Фрэш. Ты не понимаешь, что это мир целиком и полностью состоит из динамита? И то, что я тебе дам зажигалку, ты сейчас здесь все сожжешь просто. Хм, динамит. Ты знаешь, что это взорвется все, нет вообще? Динамит, ладно, Нубик. Что это вообще такое, динамит? Нет, Нубик, все. А, хватит. Да? Че ты... Зажигалку я тебе не буду давать, все-таки все равно. Uh-huh. Я ее даже уберу вот подальше себе в инвентарь, чтобы случайно ее не нажать, а то здесь все взорвется же, правда. Я хочу просто выжить нормально из этого мира. Мы вообще... Слушай, это мой. Это какой-то дом, кажется, Про. Ну-ка. Для нас дома, что ли, построили? Ой! Ой! Тут кровь!
Ой, да, тут какая-то кровь, черепа, блин, табличка. А что? Смотри, ну, да. Блин, я не могу привыкнуть, то, что здесь все кверх ногами, и смотри, как текст читать невозможно, да? Я... Да. Так, получается... И... А что тут написано? Урелай. Ухай. Портал в ущелье написано. Поторопись. Какой-то портал, в смысле, какой портал? Портал, а здесь так, что написано? Так, уйди, да, я прочту, я голову переверну сейчас. Не ори на меня. Да ты придурок! Уйди я, отсюда, я написано, слышь? Чего? Нам уйди говорят отсюда? Уйти. Да зачем ты ломаешь, ты придурок? Придурок. Ой. Господи. Блин, оно само как-то. Слушай, это... Мир из динамита все-таки. Ну ты не понимаешь, что это мир из динамита? Слушай, нам портал... сказали то, что портал находится в... Ага. Ущелье, получается. А ущелье неподалеку где-то здесь. Слушай, вот мы, кажется, нашли ущелье. Вот оно, да. Давай спустимся. Давай, там аккурат. Водичка вроде. Ой! Фух. Я блин, попал. Нормально, я тоже. Блин, тут какие-то факела, что-то еще здесь... Ой, факел. Сложно как все воспринимать. Ой, слушай, а что вот это вот такое здесь? Не вот понял, подожди. Такое? Подожди-ка, может быть там находится в этом помещении портал? А что это, Фрэш? Посмотри, что? Там... Ой. Что там? Там... Ой. Ой, там лава, блин, пойдем, я не ориентируюсь тут. А, там скелет. Ой, куда я вышел? Блин, не туда пошел. Вот так вот. Быстренько. Ой, что это? Фух, все, я проскочил. Ой. Блин, я ребят. Куда-то про... Ой, так. Здесь какие-то блоки. А слышь, что, может... Что ну это? Как? Это может портал в наш мир? Слушай, тут один блок стоит такой, замшевый, да? Блок один. Да. А, видимо, чтобы активировать этот портал, нам нужно построить здесь замшевые блоки поставить везде. Понял? Ага. Блин, везде. То есть, получается, блин, нам 7... Понимаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, 7, слышишь, 7 блоков нам нужно еще найти будет. 7 блоков? Да, 7 а блоков. А как ты думаешь, они в пещере или... Там, на улице. А я не знаю, давай... Вот я вижу уже один блок. И, кстати, у меня вот, по-моему, есть кирка. На, возьми кирку. Ага. Это мой блок. Нет, 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 мой блок. Ладно, я... Я тебе я не вообще... доверяю, Нубик, я серьезно, буду... блоки. Ты не будешь носить просто блоки. Искать. Да, нам надо теперь выбраться отсюда. Сейчас мы выберемся. Так, слушай, мы вот нашли один блок пока что, правильно? Нам нужно да? еще, получается... Там один стоит, получается, нам нужно 8 блоков найти. Так... А, собственно... Блин, чё? Где-то я... Где-то я видел какое-то здание еще, Фрэш. А зачем там какое-то наверное... здание? Подожди. Ну, давай еще здесь здание? Где-нибудь поищем. О, я нашел! Я вижу, вижу, вижу. Фрэш, иди сюда. Чё? Вот, 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 смотри, смотри. Опа, ну, вот. Ну давай, только я буду копать, потому что тебе, Нубик, я тебе честно говорю, я тебе не доверяю такое задание. Это очень, очень ответственное задание, а уж тем более для Нубика. Поэтому ты не обижайся. О, смотри, Фрэш, не, я не обижаюсь. Ну смотри, чё? Там что есть. Смотри. Ага, какое-то здание, подожди-ка. Сейчас, какое-то здание. Давай сейчас посмотрим, что там. Может быть, там эти это... блоки будут? Что там это... написано? Храм написано, да-да-да. Храм. Да, видимо, храм. Ой. Какой-то. Что это? Слушай, видимо, жители здесь, они как-то молились, что ли, этому. Я не знаю, слушай, ну, мне, в общем-то, не важно. Главное то, что здесь блоки эти есть, да, собственно, Нубик? А что это там стоит? Что-что-что? Вот это вот голова, две головы. Так это просто... Что-то страшное. Так это визор, Нубик. Визард? Да, визард. Ладно, пойдем отсюда, да будь еще вон. Да-да-да-да-да. Все. Сколько у нас? 7. Нам еще один блок остался. Слушай, пойдем? Давай вер... Чего? Ну да, давай вернемся, блин. Мы давай вернемся и, короче, там посмотрим. Вот туда, по-моему, надо. Где-то там находится это. Во-во, Фрэш, сюда, смотри, нашел. Да-да-да-да-да. Пойдем. Все. И, может быть, где-то в пещере, типа, мы сможем накопать. Чего? Я здесь уже. Я тоже пришел. Слышь, ящик. Давай. А, типа, а где это находится? Подожди, блин, я потерял главное... управление. А во! Главное, чтобы меня. Блин, я сам как Нубик сейчас себя чувствую с перевернутым-то миром. Ха, ну бас! Сюда. Так, бас, главное, чтобы у меня какой-нибудь скелет. А! Ой! Все. Где? Фух. Смотри, сколько. Так, посмотри. Подожди, стой, давай-ка поставим, получается, этот. Посмотри вверх, Фрэш, смотри. Эти что там? Блоки поставим, короче. Так, раз, два. 3, 4, 5, 6. Чё, Нубик?
Что ты там делаешь? Что нашел? Что ты нашел? Посмотри наверх! Ты еще блок нашел? Да, наверху тут очень красиво, тут очень богатое помещение. Ты блок еще нашел? Да. Так давай его мне. Не, не дам. Мой блок. В смысле не дам? Отвали! Алло, Нубик, дай мне блок! Стой, Нубик! Нет. Ты же хотел зажигалку, по-моему. Ты зажигалку хотел, да? Давай. Ну вот давай, смотри. Пойдем обменяемся. Сначала дай зажигалку. Иди сюда. Давай мне зажигалку, а я тебе блок. Давай. Так, Нубик, давай-ка я тебе дам зажигалку, но только ты мне честно дашь блок. Конечно, да, давай. Ой, как хорошо, я выберусь из этого мира и без... А ты тут останешься, я так понимаю, да? Ты тут? Да. Тебе тут нравится. Все, хорошо, да, бери зажигалку, там тут взрывайся, что хочешь сделать. Не понял. Я сейчас отдам, сейчас. Не понял. Отдай мне блок, дебил. Фреш, пока. Ты что, я дебил? Зачем ты меня обманул? Нубик, постой, зачем ты меня обманул так? Глупый про. Ой. Что, я слышу звуки ТНТ? Блоки проваливаются. Нубик, зачем ты поджег динамит? Придурок!